Всем привет, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по проекту, который находится на предстарте. Называется Спектрус. Спектрус. Значит, старт проекта будет через 9 дней. Я сегодня уже записывала видео, и я его удалила. Я немножечко в кабинете там нахимичила. Вот, и решила переписать видео. Значит, минимальный вход здесь 150 рублей. Значит, что он нам предлагает? Полная автоматика, быстрота операций, пассивное движение, структурный оборот, бизнес-школа, инструменты. Это все будет у нас в кабинете. Значит, уже 572 человека, 209 активированных уже, потому как мы регистрируемся, пополняем баланс и активируем места. Так, значит, и пакеты. Базовый пакет 150 рублей. И стандарт 300 рублей. Премиум 600 рублей. Так, давайте перейдем к маркетингу. В маркетинге я все зачитывать уже не буду. Сами почитайте. Значит, автоматическая покупка. Не нужно ждать. 100% в сеть. Значит, что у нас здесь? Смотрите, тарифный план базовый за 150 рублей. Здесь все очень как бы подробно-подробно здесь все расписано, и ребенок поймет. Значит, стоимость 100 рублей первый. Количество мест 2. За участника 25 рублей. На вывод идет 50 и реферальный бонус 50 рублей. Далее 150 рублей. Количество мест 4, за участника 50, на вывод 200 и так далее. Опускаемся чуть ниже, и здесь разбор тарифа. Начало, первый уровень, второй уровень, третий, четвертый, пятый. В общей сумме мы получаем в базовом пакете, в столе 188 300 рублей. Далее, стандарт. Так. Тоже все, вот, разбор тарифа и таблица, и премиум. Кто на что, можете заходить. 150 рублей, я считаю, небольшие деньги. И на самом старте можно очень хорошо заработать. Регистрация простая, вводите имя, фамилия, логин, почту, два раза пароль, галочку ставим и попадаем в кабинет. Далее, вот здесь нажимаете... Настройки профиля. Нажимаете на настройки профиля. Можно установить аватар, номер PR кошелька. Вот выберите фото, загрузить фото, пароль поменять. PR кошелек устанавливаем. Социальные сети, ссылочки. Нажимаем сохранить. Так, далее что? Операции. Как пополнить кабинет? Нажимаете вот операции, мой счет. На это не обращайте на мою сумму внимания. Значит, от пополнения счета вводите нужную сумму, нажимаете пополнить, нажмете подтвердить, вас перебрасывает на платежную систему PR и далее по схеме. Так, что еще? Операции. Для тех, кто не умеет приглашать, есть бизнес-автомат. Значит, смотрите, что он нам предлагает. Тарифный 175 рублей за 350 и 700 рублей. Я изначально заходила сюда, потом я передумала. Так как я люблю приглашать, я захотела зайти в обычный пакет. Я связалась с админом. Админ, спасибо большое, помог. Вот, и я зашла вот на 150 и на 300 рублей. Значит, смотрите, для тех, кто не умеет приглашать. Бизнес-автомат – инструмент, позволяющий выстраивать партнерскую сеть без личного участия. Принцип работы прост. Вы приобретаете необходимый пакет, затем ожидаете регистрации новых участников без пригласительной ссылки. Реклама и приглашение от администрации. Под вас будут зарегистрированы
ровно столько пользователей, количество которых было указано в приобретенном пакете. На момент предстарта мы проводим акцию 30% скидка на покупку данной услуги. Сама услуга будет активирована после старта. В день официального запуска проекта акция будет приостановлена. Так, значит, я же зашла. Так, это бизнес-автомат. Это для тех, кто не умеет приглашать. Пожалуйста, пользуйтесь. Значит, здесь будет видеоматериалы, бизнес-инструменты, электронные материалы. Значит, матрицы. Оплатить пакет. Вот я зашла. Мне админ вернул денежку, то, что я закинула сюда. И вот у меня зашла вот куплено. Вот это уже у меня куплено. За 150 базовый. И стандарт за 300 рублей я купила. Значит, тут у меня суммарный доход 188 300 рублей. Здесь 690 300 рублей. Реинвест, да. Апгрейд автоматически. Структурный оборот 10%. Здесь реинвест, да. Апгрейд также автомат. И структурный оборот 5%. Далее переходим в кабинет. Хочу сказать вам по поводу реферальной ссылочки. Вот здесь на главной страничке под аватаром находится реферальная ссылочка. Она не копируется. Значит, что мы делаем? Мы делаем, нажимаем правой кнопкой мыши и копирование, адрес ссылки. Нажимаем. Сейчас я вам покажу, как-нибудь вам показать бы, как ее сделать, чтобы она была кликабельна. Значит, вот она у меня, здесь моя ссылочка. Смотрите, вставляю ссылку. Вот я ее скопировала. Вы вот эту надпись от слэш удаляете, ставите вопросительный знак. Так? И вписываете свой логин. Вот я вписала свой логин. Все, ссылочка кликабельна. Это наша полноценная ссылочка. Вот так. Вот такая вот тут фишка с реферальной ссылочкой. Ну что, на этом все. Кому интересно, присоединяемся. Я запускаю рекламную кампанию, естественно. Я люблю приглашать. И я не люблю ждать. Вот. Я сначала как бы бизнес-автомат немножечко недопоняла. Вот то, что я зашла. А там не приглашать, не надо ничего. Ну, я так, ну, это не для меня. Мне нужно действие, мне как бы нужен результат. А так вот, если хотите вот здесь оплатить пакет, а кто не умеет приглашать, не хочет, и вот, пожалуйста, бизнес-автомат, пользуйтесь. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Продолжение, естественно, будет следовать. До новых встреч.